Представляем комплект обвеса мобильных устройств Small Rig VideoKit 3384. Компоненты набора размещены внутри жесткого кофра в двух поролоновых вставках и разделительной вкладке между ними. Каждая деталь находится на предназначенном ей месте. Рассмотрим детали комплекта в составе функциональных групп. Собственно, обвес представлен клеткой, двумя ручками, держателем пауэрбанка, монтажным инструментом, холодным башмаком с крепежом и складной мини-треногой. В клетке из алюминиевого сплава имеются 16 отверстий со стандартной резьбой 1/4 дюйма. 12 из них расположены на наружной раме. Есть два крепления «Холодный башмак». Ручки крепятся к клетке винтами с рифлением. Сверху у ручки есть три крепежных отверстия, а снизу торцевая отвертка на магнитах. Направляющие дополнительно фиксируют ручку в клетке. После выворачивания винтов их следует затянуть при помощи скрытого инструмента. Положение ручек относительно рамы можно изменить, установив их под нужным углом. Держатель пауэрбанка крепится к клетке горизонтально или вертикально с помощью прилагаемых винтов. Допустимая ширина корпуса устройства от 62 до 86 мм. Тренога представляет собой полнофункциональный штатив. Головка обеспечивает вращение на 360 градусов и установку под нужным углом при помощи быстрых фиксаторов. Источник света подзаряжается посредством порта USB. Освещения хватает для съемки лица оператора. При помощи вращающегося диска можно изменять интенсивность света, а при нажатии на его центр регулировать цветовую температуру. Аудиокомплект представлен микрофоном, демпфирующим подвесом, ветрозащитной насадкой и кабелями для смартфона и камеры. Характеристики микрофона средние. Установка на клетке производится в один из двух холодных башмаков. В другом фиксируется источник света. Держатель рассчитан на смартфоны шириной до 86 мм. Микрофон и пауэрбанк подключаются при помощи специального адаптера, входящего в комплект. Тренога присоединяется к предварительно установленной контактной площадке. Комплект для влогерской съемки от первого лица с микрофоном и источником света, обращенными к оператору. Для съемки окружающего пространства микрофон и источник света следует развернуть от себя. Удержание двумя руками обеспечивает адекватную стабилизацию на видео.